Blender 2.81, и давайте в этом ролике рассмотрим дым и огонь, как это все сделать. Так, Delete, убираем куб, следом заходим, можно отключить свет и камеру, чтобы не мешались. Единица на numpad и добавляем Add Mesh, добавляем цилиндр. Так, теперь все это дело вытягиваем вот таким образом, и S английское уменьшаем. Вот так перекручиваем. И вот где-то здесь вот так вот устанавливаем. Теперь Shift-D, семерка на numpad, вид сверху, Shift-D. Копируем и опять же все это дело подкручиваем. Как-то устанавливаем, типа дрова. Ну, вот такая штука. Немножко. И теперь Shift-D, еще одну копируем. И немножко ее тоже загибаем. Смотрим, как она тут устанавливается. Вот так вот. Немножко уводим. И немножко подкручиваем вот таким вот образом. Можно даже ее пошире. Вот так где-то кинуть. Смотрим, как они касаются. Так, вот эту вот положим именно на пол. Пониже. Вот как городки получается. Вот так, типа костер. Так, что еще тут есть? Ну и вот эту немножко тоже развернем. Вот так вот. Так, теперь все это дело единица на numpad. Выделяем все вот эти наши дровишки и выбираем вот эту в object функцию Quick Effects Smoke. Так, теперь вот этот Smoke S увеличиваем и немножко Move приподнимаем кверху. Вот так вот. Настроим теперь вот этот типа дым. Заходим в физику и ставим вот резолюция 32, пусть пока повисит. Выбираем первую дровишку и назначаем ей именно так, fire. Вот этой дровишке огонь ставим. И вот этой дровишке тоже ставим fire. А нижней дровишке ставим fire smoke. Вот так вот. Здесь есть поднастройки. Ну и смотрим. Так, теперь включаем таймлайн вот этот. Play. И вот загорается у нас вот огонь и дым идет. Вот такая штука. Сейчас он прогонит немножко. Ставим на паузу, ставим 159 кадров. 159 Enter. Теперь заходим. Нужно это дело тоже установить тут. Так, где она тут? Выбираем вот эту вот рамку, вот этот прямоугольник. И находим, так, кэш. Смотрим, 250 кадров тут. Вот видите, она не устанавливается. Нужно этот файл теперь сохранить. Жмем файл и сохранить. Сохранить как? Пишем огонь. И жмем Enter. И еще раз Enter. Теперь мы это все дело сохранили. И вот появляется у нас видимость вот этих кадров. Ставим 159. 159. Enter. Так, ставим на первый кадр. Смотрим, как это все дело работает. И вот теперь нужно это все дело запечь. Жмем Back. Включаем. И вот у нас уже горит огонь. Все прикольно, все быстро, вот таким способом. Все, всем пока, до свидания.